Сегодня я не вижу в России реальной оппозиции. Объясню почему. Потому что чего-то конструктивного такого со стороны так называемых оппозиционеров я не услышал. Ну, это, в общем, такая риторика, понятная народу на улицах. Давайте у богатых отнимем, бедным раздадим. Ну, ребят, давайте вот в этой пьесе хоть что-нибудь поменяем с 17-го года. Ну, надоело уже. На мой взгляд, вообще оппозиция, любое оппозиционное движение, оно работает эффективно тогда, когда оно предусмотрено, уже заложено в определенный, так сказать, парламентский баланс и так далее. Поэтому я думаю, что оппозиция не будет создана на улицах. Скорее, это может быть в виде, может быть, какой-то двухпартийной системы, где каждая партия за счет каких-то политических, экономических там программ выдвигает некую альтернативу. Тогда это будет действенно. На сегодняшний день есть доминанта одной партии, есть как бы несколько партий, которые где-то спорят, где-то соглашаются, но это нельзя назвать прямо оппозицией оппозицией. И при сегодняшнем моменте, как бы пусть слабого, но все-таки хоть какого-то экономического роста в отдельно взятых областях, я думаю, что сейчас даже не актуально это рассматривать. Сейчас скорее важно все-таки что-то создать и укрепить фундамент, а уж потом думать об оппозиции и прочих вещах.